13 августа в прямом эфире башкирского спутникового телевидения прошел телемарафон «Мы вместе» по сбору средств для помощи беженцам из Украины. Акция проводилась телеканалом БСТ при поддержке правительства Республики Башкортостан, а также Фонда социальных целевых программ. С 11 часов на площади Слава Туилаева около телецентра проходил сбор средств. Они были направлены для помощи переселенцам из Украины. В течение всего дня там находилась делегация из Кумертау. К концу дня грузовая газель для нашего города была наполнена до отказа. Жители города Уфы приносили одежду, предметы личной гигиены, канцтовары, школьные вещи. Всего же по итогам дня было собрано около 2 тонн пакетов и коробок гуманитарной помощи. 14 августа все собранные вещи были доставлены в пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев, находящийся в здании РКЦ города Кумертау. В Уфе состоялся телевизионный республиканский марафон по сбору гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины. И часть тех вещей, одежда, детские вещи, игрушки, канцелярские товары, средства личной гигиены предназначены и для беженцев с юго-востока, которые будут находиться на территории нашего города. У нас сейчас уже свыше 60 человек, которые приехали самостоятельно, и плюс 17 числа мы ожидаем еще прибытие 140 беженцев. Вот эти вещи будут распределены для этих людей. Сегодня мы эти вещи с телевизионного марафона получим, распределим, постараемся, скажем, распределить их по категориям: женская одежда, мужская одежда, обувь, детские вещи. Беженцы, которые проживают в городе Кумертау, смогут получить эти вещи в здании РКЦ. Юлия Чубарова, Ильнур Аминов, новости.